Но не на эти. Не на эти. А на эти на еду, так раз. То есть денежные средства изготавливают, чтобы не работать. Основного места работы вы не имеете? Нет. Существуете только вот именно на вот эти денежные средства, которые изготавливаете. Ну да. А сколько в месяц примерно вы купюр изготавливаете? Ну, 100, 200. Ну, больше, 200 на 200. И все сбываете? Ну, да. То есть, а в каких местах обычно вы сбываете эти купюры? Где угодно. То есть, ну, торговые центры, рынки в основном, бабульки, дедульки. Маркеты. Супермаркеты. Без проблем все принимают. Да, да. Вы считаете, что ваши купюры достойные, да? Достойного хорошие, качества. Хорошие купюры. Да. Вот эти купюры, получается. Здесь у нас купюры, которые вы обменяли, то есть нет, копите. Это нормальные. Нет, они нормальные, то есть заработанные вот этим трудом, правильно же, фактически? Фактически, да. То есть вот эти купюры. А сколько здесь примерно денег находится? 1050? 50, да. Чебоксаров мог скинули, скорее всего, тоже, да? Ну, штук 50 точно. Не больше. Больше? Да. Там больше. Ну, у меня по данным где-то штук 150 где-то, да, прошлый год? Нет. Чтобы у вас был полнометражный документальный. Вот самая основная. Саш, поехали. Лента, лента. Вот, держи. Это принтера. Угу. Нормальная техника, да? То есть все равно самое тяжелое. Сейчас я выйду, вас пока возьмите. Сейчас подойду к вам. Выходи, Коль. Было, да, получается? Таких много. Это мусор. Клеил, тренировал. Клеил, тренировался, разрезал, он все подгонял. Ну это мусор же у нас. Пятерцвертник. Слишком много не снимаешь, потому что научишь. Чего надо делать? Разъехался у нас он. Да все уже.